Юра, привет из Сургута тебе и твоим подписчикам. Вот решил отправить тебе видео, чтобы ты там тоже выставил себя на канале, как у нас в Сургуте держатся голуби. Вот еще сегодня не ходил к ним, время 11 час, но специально такое время выбрал, потому что утром рано, нет смысла их кормить, так как темно здесь у меня. Видишь, ни света, ни тепла, вокруг лес, улица, полоса хорошая здесь. Вон дома расселенные, этот наш новый дом. Ну, как бы так, тут тоже вокруг, то есть в эту сторону лес. Вон, еще не был я здесь. То есть доказательство тому, что просто спонтанно решил отправить тебе, чтобы ты показал у себя. Сейчас открою, на паузу поставлю, открою. Вот, открыл голубятню. Снег стоит. Так, для страховочки. Вот градусник. Ну-ка, давай. Сколько? 16 или 17, короче. Вот голуби. И про вакцину хотел тебе как бы сказать, что ты правильно сказал. Есть регионы, которые ни хрена нету. У нас лично в Сургуте ни черта нету. Если даже захочешь, хрен купишь, вот так скажу. Голуби есть и гоненые, и не гоненые здесь. Ну, как бы старые пары, естественно, когда-то летали. Как ко мне попали, они не летали. Нарезков у меня голубей нету. Все с крыльями. Все. Одна голубочка у меня там. Лимон сидит, как бы. Шишка вылезла у нее, старая голубочка. Мама всех этих лимонов. А так все остальные бодренькие. Но она тоже как бы неплоховато. Единственная шишка. Вот как бы так. И про корм. Вот я кормлю. Я не знаю, говорят там ячмень, не ячмень. Я даю зерносмесь, потому что мороза здесь сильные бывают. На конец декабря и целый январь обещают до 45, до 47. Вот, как бы так. Я им вдоль. Тут и горох, и просо, и семечки. Ну, в небольшом количестве, конечно. Ну, так себе. Вот как-то так. Сейчас голубятню саму. Это вольер у меня. Сам контейнер сейчас сейчас открою и зайдем туда. Сейчас. Воду каждый день обязательно даю. Как бы у меня братан живет в Омске, голуби все от него. Вот Женя Горчаков. Все мои голуби от него, левых голубей здесь нету. И остальные, естественно, сам выводил, у меня выводились. Вот, как он говорит, вода обязательно, один раз в день по-любому надо поить, хотя бы один раз в день. Ну, у меня так и получается, один раз в день. Сейчас сюда зайдем. Блин, как это зима достала, елки-палки. Закрою на всякий случай, а то не бывает иногда хотят ходить. Вон, 2-3 дня тут вообще не открывал. Здесь тоже у меня стоит градусник. Естественно, тут, можно сказать, недели полторы назад, две, чуть-чуть потепление было. Вот тогда я отшкаблял, убирал. А так ничего не убирал. Потому что тут убирать без вариантов. Вон он, все подмерзло, только хохоряшки вот эти. Ну, будет выходной. Буду убирать сейчас перед новогодними выходными. Тоже работы некогда. Ну, опять же, так, естественно, среда, скажем так. Вот, градусник, что у нас тут? Там, ну, короче, вот он, на 2 градуса меньше получается. Тут у нас 10, 11, 12, 13, 14 градусов.
Там, ну, на 4 градуса, то есть здесь в голубятне теплее. Окошко закрыл. Все. Вот. От старой квартиры осталось лампочки. Все, больше тут ничего нету. Ну, то, что сделано было. Все, вот провод торчит, отрезанный. И все. Тут хотел протянуть. Короче, чуть не посадили, бля, в тюрьму. Сказали, что нельзя. Вот как-то так. Репортаж из Сургута. Поселок Солнечный. Ну, у нас уже было 33. Ничего, они выжили. На большее не знаю. На большее не знаю. А так, 33. Один день было. Сутки, можно сказать. 27-33, вот я перепрыгиваю. Все голуби, как видно мне. Даже та с шишкой кушает активно. Что-то мой старичок туда зашел. Ты чё, Хоттабыч? Вот он. Старик Хоттабыч мой. Иди. Жри на свое гнездо идет наверх, бедолага. На него памятник надо поставить. Вот. Никакой вакцины не производилось. Никакой. У меня, если даже говорю, повторюсь, если захочу, я здесь хрен что куплю. Витамины давал, да. Какой давал? Вот он. Рыбий жир, вот. И то замерзло. Сейчас, естественно, не даю. Все. Вот и весь кайф. Вот как-то так. Ладно. Всем привет. Всем спасибо за то, что досмотрели.